По дороге к дворцовому ансамблю Долма-Бахче посреди парковой зоны возвышается огромный стадион, известный как стадион Иньоню. Стадион Иньоню считается домашней ареной футбольного клуба «Бешикташ», одной из трех сильнейших команд страны. Футбол в Турции чрезвычайно популярен, турецкие сборные не раз завоевывали награды в состязаниях мирового уровня. В финале Кубка УЕФА турецкий клуб «Галатасарай» однажды обыграл «Арсенал», став таким образом сильнейшим футбольным клубом Европы. Сегодня турецкие клубы покупают игроков с мировым именем и продолжают успешно выступать на мировых аренах. Активное увлечение стамбульцев различными видами спорта отразилось и на услугах для туристов. Многие отели в черте Стамбула и особенно за городом располагают, если не футбольными полями, то хорошо оборудованными теннисными кортами, площадками для различных видов спорта, возможностями для занятий верховой ездой. Особый статус имеют гольф-клубы. Прекрасно оборудованные поля можно найти всего лишь в получасе езды от Стамбула. В окрестностях Белека, в 65 километрах от города, расположены гольф-клубы мирового уровня, где гостям предлагают занятия с персональным тренером. Если вместо занятий спортом вы предпочитаете быть на зрительских трибунах, к вашим услугам одно из 32 тысяч мест стадиона Иньоню. Это один из самых больших стадионов Стамбула. И, как оказалось, самый громкий. Именно здесь был поставлен новый европейский рекорд книги Гиннесса по уровню шума, который способны производить болельщики. Громкость трибун Иньоню составила 132 дБ. Для сравнения, с таким же чудовищным шумом взлетают реактивные самолеты. Футбольные матчи на стадионе Иньоню обычно играют в пятницу, субботу и воскресенье. Стоимость билетов зависит от места на трибунах и уровня матча. Если это игра внутреннего чемпионата, билет обойдется от 100 до 500 турецких лир. На матчи европейских турниров стоимость билетов может начинаться от 150 евро. С трибун стадиона Иньоню открывается прекрасный вид на дворец Долма-Бахче, Босфор и Девичью башню. Также этот стадион – единственный в мире, зрители которого могут видеть сразу две части света – Европу и Азию. На стадионе Иньоню проходили концерты Майкла Джексона, Мадонны, Металлики, Стинга и других знаменитостей.